Суммы удивили. Кировчане массово жалуются на свежие январские платежки за отопление. Цифры в квитанциях в сравнении с декабрем увеличились на 1000 рублей. Причем как за само отопление, так и за горячую воду. К примеру, собственнику трехкомнатной квартиры в новом доме придется отдать за тепло почти 3000. Тогда как в декабре тот же ресурс стоил меньше 2000 в месяц. То же самое с горячей водой. В декабре за нее заплатили чуть больше 500 рублей, а сейчас к оплате уже 1000. В КТК разъяснили, в домах, где общие счетчики не установлены, суммы фиксированы. В иных случаях, когда приборы учета есть, различия в показаниях – обычное дело, говорят в КТК. Какие данные управляющая компания подала, так и делают расчет. При этом собственники квартир вправе обратиться к ресурсникам за подробными разъяснениями. За всеми разъяснениями можно обратиться в контакт-центр энергосбыта по телефону 8 800 175 30. Можно задать вопрос через свой личный кабинет, это очень удобно и достаточно оперативно, то есть никуда, можно даже не ходить для этого в офисы. Либо через форму на сайте, через форму обратной связи на сайте. То есть все необходимые пояснения все дадут.